В основном сюда в пансион приходят дети из неблагополучных семей, и у каждого кризис душевный, можно сказать. И здесь вот, матушке удалось, скажем так, и духовную составляющую у нас сделать духовный стержень такой, что нам потом поможет в дальнейшем, чтобы мы создали свои семьи, и все, что в нас здесь вложили, мы это передали будущим своим детям. Тот самый момент, далекий момент, когда открывался приют, и нужно было дать ему название. И вот это сказал «отрада». Тогда слово «отрада», оно еще не было вот так, по слову, как сейчас, наверное, благодаря нам, и как-то звучало по-старинному. Мы понимаем уже, что это отрада, радость, поделиться радостью. Наш приют был открыт в 1995 году по благословению святейшего патриарха Алексия и любовью нашего правящего владыки, владыки Климента, нашего духовного пастыря, нашей матушки дорогой игумени Николаи, был назван приют в честь отрады и утешения, в честь иконы. Это древняя византийская икона Ватопедская. Матушка Игуменья своей такой духовной любовью в те трудные очень для нашего Отечества, нашей Родины в 90-е лихие годы, она возглавляет наш приют и своей заботой окружает тех детей, которые очень нуждались в то время в каком-то кормлении. И все дети, которые попадают к нам в приют, в наш пансион, нуждаются в этой заботе, которую им дает монастырь. Учимся ноты и кому пропоем. Мы дот ищем дома, мы ревники поймаем. И у минутки быстрой ревни мы разузнаем. Многие девочки не имеют родителей. То есть у нас и социальные сироты, и круглые, в основном социальные сироты в приюте. То есть у них есть где-то родители, но родители лишены родительских прав. И, естественно, дети, когда попадают из того мира, в котором они видели все то негативное и плохое, попадая в эту атмосферу, атмосферу любви и заботы, которую матушка Игуменья организовала в этом пансионе и благословляет наших и воспитателей, и сестер, чтобы они такую любовь и заботу проявляли к детям. И дети, учась этому всему, они потом привносят это в свою семейную, супружескую, далее уже жизнь. Дети у нас молятся утром, читают утренние молитвы, вечером вечерние молитвы. У нас есть такая защита, мы читаем акафист нашей Матери Божией от ради утешения. Девочки посещают субботу-воскресенье службы, сами поют на клиросе, сами могут регентовать. Девочки в стенах нашей обители, нашего приюта-пансиона получают очень хорошее образование. Они изучают языки греческие, церковнославянские, английские, занимаются вокалом, музыкальную школу посещают, играют на различных инструментах. Министерство культуры часто очень приглашало девочек за рубеж с хоровыми выступлениями. Девочки посетили более 20 стран, объехав всю Европу. И вот этот маленький вклад, маленькой духовной проповеди, которую они несли для людей, особенно русских, которые находятся за границей, это было очень ценно для их душ.
Девочки у нас занимаются танцами. У нас ежедневно проходят уроки хореографии. Два преподавателя у нас в пансионе. Она занимается хороводами, вторая — более подвижными танцами. Самым ярким выступлением у нас было недавно. Нас пригласили на ВТБ-арену в «Динамо». Мы участвовали в юбилейном шоу «Плющенко» «35 лет на льду». И также было рождественское шоу «Снегурочка». Выступали мы 8 раз, и это было очень много эмоций. Мы сначала переживали, потому что это такая большая ответственность, но это зато запомнилось на всю жизнь, будет что рассказать детям. И вот это, когда выходишь в зал, видишь отдачу зрителей, видишь вот эту волну эмоциональную, это очень здорово. Еще самым запоминающимся выступлением было у нас выступление в Австрии. Это самый уникальный зал, Musikverein, золотой. Там выступало очень много коллективов из Китая, из Японии. Вот среди нас, из всех русских коллективов, выбрали отраду. Мы, скажем так, там дарили отраду, утешение всем присутствующим в зале. Сейчас у нас праздник, отрада, и мы будем показывать, скажем так, микро-мюзикл «Снегурочка» по мотивам того шоу, которое мы показывали на Ледовой арене. И те выпускницы, которые хотят участвовать, они могут принимать участие. Допустим, я, еще вот сегодня будет главная роль «Снегурочка», она тоже выпускница. И мы хотим чувствовать себя в такой семье. И когда ты эти репетиции шили костюмы, эти очень быстро, но зато, я думаю, должно все получиться отлично. Девочки у нас получают вот светское образование. Они поступают далее в вузы, где продолжают учебу. Конечно же, учимся до 11 класса, получаем высшее образование. И вот потом по окончании уже поступаем кто куда хочет. Кто медицинский, кто военный. Но предыдущие выпуски вот туда поступали. Сейчас мы еще поступаем на журналистику. То есть наш монастырь уникальность в чем? Что он заключил проект с Московским университетом, и мы в стенах родного дома можем получать высшее образование. Мы учились в Российском государственном социальном университете. Получили мы диплом государственного образца от Москвы. Это все, конечно, благодаря матушке, и благодаря ей я сейчас могу спокойно работать в общеобразовательных учреждениях. Я преподаю в православной гимназии, в которой когда-то сама училась. Преподаю русский язык и литературу. Своих учеников, прежде всего, я учу думать. Мы с ними не поверхностно, а очень глубоко разбираем произведения, как когда-то меня здесь тоже этому учили. И связываем это все с духовностью. Ольга Хомачева пошла по стезе учительской, а получив образование журналиста, она все-таки еще работает в школе. Тоже кто-то сказал, что пример этот вдохновляет, и кто-то из девочек хочет работать в школе. И это замечательно, потому что для себя кадр расти. И сейчас такое время очень непростое. И это очень важно, чтобы с нами были единомышленники, то есть люди, которые вместе с нами славят Бога, и не только славят, но жертвуют собой, отдают свои сердца другим.
молитвы, все сестры сострадают. Смотрите, вот сегодня 9 монастырей, представляете, 9 у нас монастырей. Всех вас благодарю, потому что ничего бы не получилось, если бы не молитвы, в первую очередь, во вторую очередь, если бы не содействие, когда людские люди вкладывают свою молитву в какие-то свои действия, то у каждого свой способ выразить любовь и молитву Господу, то это тоже совершенно, как бы сказать, и очень полезно и им, и очень благословляется Господу. Мы бываем по роду своей службы в разных детских учреждениях и в большей части в тех, где вызывают трудности. И вот здесь, когда встречаешься с девчонками, с воспитанницами, с девочками, то их не хочется пожалеть. Вот просто, понимаете, как это сказать, производит впечатление очень счастливых детей, и от этого возникает радость. И мы понимаем, что это результат того вклада, который матушка и все, кто к этому причастен, вкладывают в этих детей. И сами дети, они отличаются, они открытые, они готовы на любые, вот им говоришь так, может быть, споем? Споем. А я вот играю на баяне, одна девочка говорит, а ты можешь? Пожалуйста. То есть они все сразу присоединяются к чему-то хорошему. Всегда можно говорить какие-то вещи, и если не видеть примеров, их очень трудно воспринимать. Вот пример нашего вот этого Малоиславицкого Черноостровского монастыря и приюта, он как раз то, что можно своими руками потрогать и увидеть. Ситуации, наверное, бесконечное множество, когда дети, живя в нашей обители, обращаются к матушке за советом, за духовным именно советом, как решить то или иное сомнение или смущение, которое в сердце. И когда они уже в будущей жизни обращаются, часто к матушке звонят, часто приезжают на какие-то духовные беседы, чтобы задать уже более взрослый вопрос, который беспокоит в жизни, в плане работы, в плане каких-то своих личных отношений, в плане воспитания детей. Но так как они получают очень хороший, глубокий навык, все эти качества они несут уже в свою будущую жизнь и воспитывают детей также по примеру того, что они здесь получили, что было в них вложено. Мы приехали всей семьей. Младшенький у нас Николаша, ему годик исполнился, он спит сейчас. Вот это моя дочка, старшая Анна. Мы приезжаем всегда всей семьей. Иногда с нами даже дедушки, бабушки приезжают. Вот. И всем здесь очень нравится, очень душевно, красиво. Меня всегда сюда тянет, потому что здесь благодатное место. Здесь чувствуешь себя родным человеком. Вот. И матушка... Ей можно позвонить в любое время и задать любой вопрос, который тебя тревожит, или посоветоваться насчет своей жизни. Матушка всегда тебя поддержит, даже недолго разговариваешь, она кратенько что-то скажет, и ты уже успокоишься и знаешь, как дальше поступить, и вот жизнь налаживается сразу. Матушка, конечно, огромную любовь и заботу вкладывает в них для того, чтобы они стали настоящими православными девушками. И вот эту вот чистоту, которой она учит и прививает здесь, в монастыре, чтобы они несли в своей жизни, в своей семье. Бывает, что мужья и недостаточно церковные люди. И вот этим духом, духом чистоты, духом веры в Бога, они облагораживают свою семью и защищают от многих, может быть, каких-то внешних искушений.
Я сегодня приехала со всей своей новой семьей, с семьей мужа, ну и, соответственно, с мужем. Мы приезжаем на все основные праздники, на Рождество, на святителя Николая празднование, потому что, как известно, у нас монастырь в честь святителя Николая. И сегодня, в день нашего приюта, мы со своей семьей тоже здесь. Все равно связь с монастырем не прерывается. Благодаря монастырю мои будущие свекры и свекровь даже смогли повенчаться перед нашей свадьбой, да. Так получилось, что они уже как бы повенчаться давно мечтали, но с моим появлением их мечта осуществилась. И венчал их очень хороший батюшка, отец Владимир. Они ему до сих пор очень благодарны. Благодарны вообще монастырю, матушке, потому что она их очень тепло приняла. Скажем так, в обычной семье они как считаются родственниками. Матушку мне заменила мать. Получается, родственники мужа стали родственниками матушки. Вот такая у нас теперь тесная духовная семья. Церковное даже, может быть, воспитание, которое им помогает в жизни, в общении. Они научаются любви к Богу, любви к ближнему. Они умеют у нас ценить, они умеют благодарить. Они умеют уступать, что не самое маловажное, да, в жизни супружеской, в жизни семьи. Терпеть, понимать и быть верными, любящими матерями. А многие девочки у нас вышли замуж за священнослужителей и являются матушками. Мы приехали всей семьей, с супругой и с детьми. Мы давно хотели приехать, но, к сожалению, у нас не получалось. Я считаю, что большую роль играет воспитание в приюте, потому что даже в семейной жизни очень помогает. Где-то промолчать, где-то уступить. Вот. Хотя, когда воспитывалась, я много чего не понимала. Для чего мне это надо, зачем? Я с 6 лет здесь отучилась, 1 по 11 класс, поступила в духовное училище на иконописное отделение. Вот, потом с батюшкой познакомилась, и нам дали приход в износку. Вот, потом у нас первый ребенок появился, и второй, и третий. И так мы живем на приходе, и тоже благодаря монастырю и устав церковный знаем, стараюсь помогать по возможности ему. Жизнь так связала, что матушку повстречала из этого монастыря. Детей стараемся воспитывать честными, добросовестными. Трудности какие-то преодолевать. Конечно, они причащаются, исповедуются, что такое хорошо, что такое плохо, то есть да, воспитывают они. То есть ну, стараемся, чтобы хорошими людьми выросли. А там уже на помощь Божию еще и уповаем. То есть. Самое главное, что матушка своей любовью, своей заботой научила детей благодарить Бога, благодарить и любить ближних, тех людей, которые окружают их заботой. У матушки очень золотое сердце, которое бьется не для себя, а для других, и она, не жалея себя, без остатка дает всем нам. Матушка, допустим, очень уставшая, мы видим, что у нее как бы и со здоровьем что-то не то, она собирает, мы устраивали вечера, где пили чай, матушка с каждым беседовала, спрашивала, какие планы на будущее, ну, чтобы в перспективе уже знать, чем можно помочь. Матушка все делает для того, чтобы каждый реализовывался и жил полной жизнью. Хотелось бы сказать матушке игумене Николае спасибо за то, как она повлияла на нашу судьбу, как она определила наше детство, как оно прошло счастливо, какие мы посетили страны разные, какие мы научились и танцевать, и вышивать. Я вышивала очень долго. Вот. Иконы, которые здесь, вот я почти в каждой участвовала. Вот. И я очень благодарна. Это были лучшие дни в моей жизни. Чудесный праздник, где много радости, много любви, и все хотят этой любовью поделиться друг с другом. Они приезжают, поздравляют,
и просят совета у матушки. То есть вот это преемство, которое они здесь получили, воспитание, оно не прерывается. То есть они всегда рядом с нами, они всегда внутри нашей родной семьи. Божья Матерь, она пережила и юность, детство. Она знает те болезни и скорби, которые переживает ребенок. И ко всем она относится с любовью. Она наша небесная Матерь. И ходатайствует перед Господом, чтобы у каждого в жизни было все хорошо. Нарушая земные законы, страдаем. То, естественно, когда мы нарушаем духовные законы, у нас будут страдания. И будут еще тяжелее страдания, если мы не покаемся. Мы принимаем при земной болезни разные медицинские препараты, чтобы скорее выздороветь. А в духовной жизни рекомендации, покаяние, пост, воздержание, они помогают нам исцелить нашу душу. Я желаю дорогим детям моего любимого приюта. Здесь приют самый хороший, а дети здесь самые лучшие. Здоровья, успехов и долгой-долгой жизни. Счастливой жизни, радостной жизни. И главное, что неизвестно, что будет через 5, 10, 20 лет. Но не забывайте это место, не забывайте святителя Николая, не забывайте Божью Матерь и Господа нашего Иисуса Христа. Потому что вот заступлением Божьей Матери, помощью святителя Николая и любовью Христовой мы здесь живем и мы делаем вот эти хорошие дела. Ваше святейшество, дорогой Господи Патриарх, благословите! Мы так долго ждали нашей встречи, что от счастья даже не хватает слов. Вас за все благодарим сердечно, за молитвы ваши и любовь. Это аудитория. Все, руки у всех. Замечательно все выглядит. Прекрасно. Так как я английского языка, ага. И с лингофонным программированием. Программированием, да. Мне нужно перед их кабинетом. Мы выиграли эту поведу. Да. Спасибо, Господи, за то. Это раньше был подарок, теперь да. Хотел бы подарить вам для вашей библиотеки вот эти книжечки. Спасибо. Помогай вам, Господь, дорогие мои. Спасибо. Ну вот, и также вот такой синтезатор вам, пианино, чтобы вы здесь могли сами играть. Подарок. Дорогие друзья, я прежде всего хочу вас поздравить с праздником. И с Новым годом, и с Рождеством. Вы знаете, чем особенно близок, чем особенно дорог этот праздник? Я думаю, что всем понятно. Это такой праздник, во время которого мы все чего-то ждем. Мы все живем в ожидании какого-то чуда. И вот лично для меня сегодня это полностью было реализовано, потому что я сегодня это чудо увидел. Вот оно здесь на сцене. Давайте мы поблагодарим это чудо. За эти годы уже более 100 девочек получили. И не только духовное, но и светское воспитание. Уже 28 лет. Как наш приют существует при обители, 30 лет нашей монашеской жизни. Мы понимаем уже, что здесь отрада, радость, тоже слово рай, все вместе в этом слове. И это стало таким духовным символом, подражанием Матери Божией, потому что так мы стараемся воспитывать вот этих девочек в чистоте, в вере в Бога, в том, чтобы самое главное, вы знаете, наставление всегда и всюду. Ищите прежде Царство Небесного и правды Его.
то есть правды, честности, чистоты, и все остальное приложится. Приложится то, что мы называем земным счастьем.